Дорогие ученики школы модели LeadStars, делимся с вами информацией о работе с модельными тестами. После того, как вы отсняли в фотостудии модельный тест, либо принимали участие в фотопрактике, фотографии будут отдаваться вам в полном объеме, все без исключения, полностью каждый кадр, даже там, где вы моргнули, для того, чтобы вы могли посмотреть, как вы работали, найти свои удачные ракурсы, а также учесть ошибки на будущее. Далее, что мы делаем с этим модельным тестом? С этим модельным тестом мы делаем выборку лучших кадров. Если вы хотите посмотреть, какие кадры понравились агентству, нужно нажать вот сюда на сердечко. Выпадут вам только те кадры, которые контент-менеджер отметил для себя самыми лучшими. Вы можете точно так же создавать папки с фотографиями, которые увидит наш контент-менеджер с понравившимися вам фотографиями. Вы также можете лайками отмечать то, что вам понравится, и контент-менеджер учтет эти снимки при формировании вашего портфолио. Также вам будет доступна еще кнопочка. Так, сейчас посмотрим, выйдем из избранного. Кнопочка «Ретушь». Несколько кадров, обработанных, лежат в отдельной папочке. Вы можете ссылку на отдельную папку, либо ссылку полностью на страницу, высылать вашим друзьям, знакомым, дизайнерам, клиентам, фотографам, заказчикам. Эта ссылка будет работать 1 год.